произошел пожар в Утюжевском районе, на котором, к сожалению, был обнаружен труп женщины 57-го года рождения. По результатам последствия проверки установлено, что причина пожара послужила неосторожное обращение со стороны погибшей хозяйки данного жилого дома. Вот. Далее, значит, было установлено, что силы следствия, которые прибыли на место пожара, установили, что позднее сообщение было о пожаре. Вот. Местные жители не предпринимали средств для тушения пожара и, соответственно, быстрое распространение пожара. В связи с этим не удалось среагировать быстро и потушить пожар и спасти погибшую женщину. В связи с этим на титуле Устюжевского района, значит, в главе администрации написано обращение к главному управлению с рекомендацией обеспечения мер пожарной безопасности, первичных мер пожарной безопасности, и обратить особое внимание на расчистку дорог и состояние дорожного противопожарного водоснабжения. Но с начала года зарегистрировано 224 пожара, по прошлому году 206, увеличение на 9%. А погибели по прошлому году 31 погибших, в этом году 32 погибших, увеличение на 3%. Проведенным анализом главного управления установлено, что основные причины пожара в сегодняшний день – это печное отопление, неосторожное обращение с огнем, электротехническая причина и поджоги.